Сегодня 19 июля. Soy sort Prudence. Погода в этом году относительно благоприятная, хоть и прохладная, но сою неплохо завязывает. Бобики. Здесь норма высева 100 тысяч, междуряди 50 сантиметров. Ну, то есть, так вид неплохой. Сои. Тысяч 200 300 тысяч сои уже чуть повыше, ну, на 15 сантиметров где-то. Так, 300. Вот 400. Я уже начинаю путаться, потому что междуряди 50 сантиметров. Так. И 500 тысяч. Ну, достаточно плотный такой посев получился. 500 тысяч. Это уже междурядье 25 сантиметров. 200 тысяч. Соя пониже. Также все неплохо завязало. Так, 400 тысяч. 500. Повыше. 600 сои уже повыше, конечно. В междурядье 12,5, 300 тысяч. Более такой плотный посев. 600. 600 тысяч. И 700 тоже последний вариант. Ну, здесь, конечно, бобиков поменьше. Ну, конечно, посев поплотнее, урожайность
в зависимости, конечно, какой будет год. Ну, год уже первая половина вегетационного периода относительно благоприятная, вторая пока все неплохо. Тоже есть осадки, хотя почва, конечно, начала трескаться, но прохладно, нет такой жары. Это тоже важно. Предшественник здесь озимая пшеница. Срок сева где-то 30 апреля.